Расходная часть бюджета городского округа увеличилась почти на 400 миллионов рублей. Большую часть этой суммы решили направить на финансирование сферы ЖКХ, благоустройства и объектов дорожной инфраструктуры муниципалитета. Такое решение приняли на заседании Совета депутатов Люберец, которое состоялось накануне. Подробности знает Анна Троян. В начале встречи первый заместитель главы администрации Ирина Назарева поблагодарила весь депутатский корпус за работу, которую они проделали в ходе выборов президента Российской Федерации. Так как вы отработали с активом, как вы отработали на встречах, это стоит дорогого. Вот сегодня те выборы, которые прошли, показали, что в городском округе Люберцы есть единая команда депутатов. Сергей Николаевич, огромное спасибо. И результаты у нас, соответственно, на уровне федеральных. 67% явка, 76,6% за Владимира Владимировича. Далее заседание продолжилось по повестке. Один из основных вопросов – внесение изменений в бюджет Люберец на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов. Так, за счет увеличения казны округа увеличатся и расходы на 378 миллионов рублей. Большая часть этой суммы пойдет на траты в сфере ЖКХ, благоустройства и объектов дорожной инфраструктуры округа. Раздел образования увеличивается на 30 миллионов рублей. Это установка спортивных площадок в 3 школах округа. Раздел культура. Финансирование увеличивается на 24 миллиона 345 тысяч рублей. Также на 12 миллионов увеличивается раздел финансирования спорта. По этому разделу у нас будет разрабатываться проектно-сметная документация на ремонт стадиона «Торпеда». Проводится ремонтные работы в школе Олимпийского резерва. Также в ходе встречи народные избранники заслушали доклады об утверждении промежуточного баланса администрации городских поселений Краскова и Томилина, а также поддержали отмену отдельных решений Совета депутатов Люберецкого муниципального района. Анна Троян, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.